путь певицы начался в годы Великой Отечественной войны. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной Армии прямо на передовой. Ее фронтовые концерты пользовались огромным успехом. Она пела песни и частушки из репертуара Руслановой, в том числе и песню «Ах, Самара, городок». А 9 мая 1945 года принимала участие в победном концерте в Берлине. После войны вернулась на большую сцену, став одной из самых известных певиц, пользовавшись популярностью в Советском Союзе. Также Роза Багланова гастролировала за рубежом: Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и другие страны. Роза Багланова – национальный символ целой эпохи. Роза Багланова скончалась 8 февраля 2011 года в Алматы. Для увековечения памяти народной артистки Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Роза Багланова».